На самом деле жульен – это способ нарезки продуктов соломкой, но у нас так принято называть закуску с мясом, грибами и соусом. Ее и будем готовить. Мелко нарежьте 200 грамм репчатого лука. Чтобы кубик получился как можно меньше, луковицу можно удерживать за хвостик, а отрезать его потом. Нарежьте пластинками 300 грамм шампиньонов, мелко покрошите зубчик чеснока. Налейте на сковородку немного растительного масла, обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте их, пока не уйдет вся влага. Параллельно обжарьте пару куриных филе, отправьте в духовку до готовности. Шампиньоны мы обычно покупаем в магазине, но растут они отнюдь не на полках супермаркетов. Очень кстати, на канале вышло интересное видео не только о том, как именно выращивают шампиньоны, но и о том, как можно заработать на этом. Возвращаемся к жульену. Натрите на крупной терке 200 грамм твердого сыра, а курицу нарежьте жульеном, то есть полосками. Для соуса в сотейнике поджарьте 20 грамм муки с 30 граммами сливочного масла. В момент, когда смесь начнет темнеть, добавьте стакан молока и размешивайте до загустения. Затем внесите 250 грамм сметаны. Если смесь получилась слишком густой, можно добавить немного молока. Смешайте грибы с курицей и соусом, добавьте соль, перец и чеснок. Подержите еще пару минут на огне. Переложите содержимое сотейника в порционные тарелочки. Посыпьте сыром и отправьте в духовку на 20-30 минут при 180 градусах до появления румяной корочки на сыре. Жульен готов. Приятного аппетита!